Друзья, мы опять в пути. Меня зовут Олег, со мной Танюшка Заюшка, и мы приветствуем вас на канале «Давай попробуем». Друзья, мы с Заюшкой решили пройтись по Волге. Ну, не совсем по Волге, а вдоль Волги в сторону Рыбинского водохранилища. И все, что будет интересно попадаться нам, мы покажем вам. Издалека долго течет река Волга. Друзья, ну кто мог еще лучше сказать, как не поэт? Лев Ашанин. Просто чудесные слова о Волге. Друзья, мы с Заюшкой в Рыбинске. Итак, да, друзья, именно с этого места для многих начинался Рыбинск, этот красивый, по тем временам, богатый город, торговый, потому что здесь приходило много судов, вот здесь как раз было много причалов, приходили большие корабли, с которых перегружали на малоосадочные корабли, как их в народе называли, зарыбинские суда, которые тащили бурлаки. Здесь как раз имеется вот такой красивый памятник бурлакам на набережной. Вот такой вот бурлак серьезный здесь сидит. Сюда действительно приходило много бурлаков, крючников, причем гувернантов. То есть приходило много людей, которые надеялись найти себе работу. И придя в этот город, они сразу попадали вот сюда, на эту улицу. Здесь они предлагали себя, вот свои услуги. Поэтому вот улица еще называется эта Стоялая. Говорят, что они рисовали у себя на пятке цену. И вот так вот прямо здесь вот лежали. Их было здесь много. То есть люди ходили, смотрели на пятки. Там было написано, сколько что, кто из них стоит. И выбирали себе работников. Ну, я думаю, не только по цене, но и по физическим каким-то таким меркам. Вот. Хотя, на самом деле, раньше здесь была торговая площадь такая своеобразная. Был торг. Но вот потом, наверное, как раз стали приходить вот такие вот люди и как бы предлагать себя. Ну, это тоже как бы торг, наверное, в какой-то степени, предлагая себя. Здесь, ребятушки, еще, смотрите, стоит памятник недавний нашему адмиралу, флотоводцу великому русскому Ушакову. Гений, просто гений. А оказалось, что он как раз из здешних мест родом. Друзья, и совсем как бы вот недавно, как я понял, Рыбинск приобрел еще одну свою новенькую такую фишечку. Потрясающий человек Митя Кузнецов, шикарный музыкант, предложил идею, и ее поддержали, украсить город вот такими вывесками, как бы под а-ля 19 век. И посмотрите, как заиграли все магазины и улочки, где находятся вот именно такие вот названия. Слушайте, сразу все по-другому совсем воспринимается. Шикарно. Я думаю, мы сейчас будем как раз идти любоваться не только домами красивыми, но и плюс вот этими вывесками. Потому что действительно они заслуживают внимания. Друзья, а обратите внимание, какая высокая стоит каланча пожарная. Между прочим, она здесь самая высокая, я так понял, в России. Предыдущая причем сгорела. Говорят, насмешила весь город. Это история. Кто-то не погасил сигаретку. Друзья, ну, я говорю, вот вы знаете, если честно, такой вот прям восторг. Вот мы обычно приезжаем в города, снимаем красивые дома, красивые улицы, да? А здесь еще вот такое дополнение, вот эти вот вывески, названия магазинов, выполненные вот в таком старом как бы духе, да, дореволюционном.
Ребятушки, это вот действительно прям подкупает, настраивает на какое-то другое совсем восприятие города. Слушайте, уникально, уникально. Как тебе, Занька? Слушайте, это... Здорово. То есть, вот вы знаете, реально, вот сейчас можно действительно сказать, что такая сработала машина времени. Вот мы действительно, отталкиваясь от этих вывесок, но действительно себя чувствуем, если вот не смотреть на проезжую часть, что мы оказались в прошлом. Машина времени нас перебросила. Ребятушки, ну вот прям вот невозможно пройти. Смотрите, аптека Озерки. Дальше вот оптика. Я просто уже просто вот теперь сейчас собираю просто названия вот этих вот магазинчиков, красиво оформленных. Чудо, чудо. Это гениальная идея, гениальная, на мой взгляд, идея. Просто потрясающе. Потрясающе. Ребят, настолько прям совсем по-другому воспринимается улица. Да, вот вы знаете, если честно, мы приехали в город Рыбинск, и пошел дождь, хотя мы его не обещали, и мы немножечко расстроились. Но сейчас вот мы идем по этим улицам, любуемся вот этими действительно шикарными видами. Слушайте, из настроения просто не то, что поднимается, а какой-то вот прям вот восторг. Это потрясающе. Нет, техника. Слушайте, все прям в таком стиле сделано интересно. Слушайте, ребят, ну это... В общем, Митя, от всех. Вот, идея шикарная. Просто. Действительно, украсить этот красивый город, казалось бы, ну как его еще украсить? Но гениальная идея, гениальная. Смотрите, даже Бристоль. Попали с вами на Красную площадь. Да, здесь в Рыбинске есть такая Красная площадь. Посмотрите, это здание как раз новой хлебной биржи. Старая стала тесной. И построили вот эту красавицу. Слушайте, посмотрите, какой классный архитектурный вообще решение. Обалденский, просто сумасшедший какой-то вид. Обалденный. Здесь на Красной площади слева хлебный гостиный двор, а с правой стороны красный гостиный двор. Говорят, что в принципе здесь раньше тоже была торговая такая площадь, была торговля до того момента, пока здесь не поставили памятник Александру II. Правда, единственное, простоял он недолго, по-моему, 4 года, к сожалению. Потом вот, вот такое. Кстати, интересная вещь. Это памятник Ленину, да, и причем интересно то, что сейчас я не вспомню, но делал этот памятник какой-то мастер из Дагестана, и он считал, что здесь очень холодно, поэтому Ленина одел, чтобы ему было не холодно. Площадь, она, говорят, всегда была красной. Почему? Потому что привозили много красивых товаров, и купчихи приходили сюда купить хорошие, красивые вещи. Вот, в принципе, здесь, смотрите, маркиза, да, то есть вот так вот остались магазинчики какие-то, напоминающие нам об этом. Слушайте, ну очень-очень, прям вот, если честно, потрясающая вот эта вот площадь, красивая. Я даже в какой-то момент подумал, в России или я, где я нахожусь. Вот действительно, все как-то так вот... Очень классно сделано.
Друзья, а этот красавец Спасо-Преображенский собор. Друзья, вы посмотрите, какая красавица. Колокольня. Между прочим, ее высота почти 100 метров. Она одна из высоких в России, ну, самая высокая в Питере. Причем до этого стоял собор поменьше размером. И, решив построить новый, поинтересовались у местных жителей, что лучше снести, старый собор или вот торговые вот эти вот здания. Ребяточки, выбрали снести храм. Торговые ряды сносить не надо. Представляете? Остановиться в Рыбинске мы решили в гостевом доме. Итак, друзья, мы поднялись на свой этаж. Вы посмотрите, какой нам дали ключик. Ключик семи бучек просто. Смотрите, такой массивный, красивый. Ну, так. Ключик вот открывается с подарком. Такой брелочек вот. Ну да, отличный. Да, да. А я-то подумал, что это правда ключ, если честно. Здесь мы заходим. Вот здесь вот, не знаю, рабочий кабинет или что-то, честно сказать, сразу как-то удивило. Так, у нас, значит, шкафчик есть. Вот такая вот ванная комната. Очень симпатичный цвет, такой спокойный, прям так классно. Здорово. Так. Вот наша комнатка. Так. Включим свет, чтобы было посветлее. Ну что, небольшой, с вентилятором. Так, значит, если вентилятор, значит, кондиционера нету. Но ничего страшного. Так, телевизор. Балкончика тоже нету. Так, что мы здесь видим? Так, видим мы двор Рыбинского города. Рядом с отелем находится Корякинский парк. Очень красивый, уютный. Я всем рекомендую обязательно его посетить. Друзья, вы посмотрите, какое чудо! Сказочный дом, просто сказочный. Называется «Дом художника», но на самом деле, несмотря на свое красивое название, он не является ни музеем, ни художественной мастерской. Это обычный жилой дом. Друзья, вы представляете, как повезло, наверное, людям, которые живут там, вот жить в такой сказке, а? Друзья, посмотрите, в Рыбинске есть готический собор, костел Святейшего Сердца Иисуса. Все дело в том, что когда-то здесь, в Рыбинске, проживало около 400 польских католиков. Для них был построен этот костел. Сейчас он как храм не действует. Здание отдано студенческому авиационному клубу. Друзья, ну, как говорится, мечта идиота сбылась. Мы доехали до Рыбинского водохранилища. Ребятушки, вы посмотрите, какая красота вокруг. Песочные пляжи. Вот так вот лежат валуны. И вот они, бескрайние просторы Рыбинского водохранилища. Слушайте, как мне это хотелось увидеть. Как мне это хотелось увидеть.
друзья, смотрите, ракушки, их прям здесь так много. Море, практически море, ребятушки. Но, к сожалению, да, вот смотрите, видите, обмелело, обмелело, вода ушла. Хорошо так ушла, конечно. Слушайте, по-моему, даже запах моря появился. Не знаю, конечно, наверное, я выдумываю, наверное, я себе это вообразил, сочинил. Здорово, ребятушки, здорово.